Всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. У нас сегодня хищные машинки, Cards Card 3 часть. Поэтому перед просмотром ролика обязательно поставь палец вверх и подпишись, если ты этого еще не сделал. Мы сегодня, ребята, выполняем ваше задание. Вы просили посмотреть самые большие машины. У нас уже был видосик, где мы сравнивали самые маленькие тачки. А сейчас давайте, ребята, будем в гараже выбирать самые большие тачки и потом смотреть на локации, они остаются такими большими или нет. Так, ребята, давайте начнем с самого начала, по порядочку идем. Я посмотрел, вроде как самая большая, одна из самых больших машин, это у нас, ребята, Архивер. Давайте будем сравнивать его по канализации, там мы видим, что его тут шип самый верхний, где-то чуть выше забора, в районе первого и второго кирпичика у нас получается, так что такой у нас ориентир. Если мы возьмем, допустим, комбайн, видим, что комбайн ниже. Про гаттер я вообще не хочу говорить, это у нас была одна из самых маленьких машин. Так что, ребята, давайте выбираем Архивера и пробуем сейчас его сравнивать на какой-нибудь локации. Я для примера давайте возьму, ребята, 69-ю локацию. Там есть снежный такой домик, иглу, и вот именно по этому снежному домику будем сравнивать наши 5 самых больших тачек. Так, ребята, у нас Архивер, ну что, вроде такая тачка большая, реально большая. Так, вот она, ребята, это иглу, смотрим. Ну, почти до самой крыши он достает, да? Так, смотрим, сколько он там, ему там два где-то кирпичика не хватает. Так, давайте сейчас попробуем замереть. Ну, даже почти до самой, ребята, крыши. То есть, в принципе, тачка такая высоковатая. Ну, попробуем куда-нибудь сейчас доехать. Может, заодно поднакопим немного самоцветов. Нам все-таки, ребята, самоцветы, ой, как нужны. Я хочу в будущем где-то их миллион собрать. И плюс, когда будут выходить какие-то обновления, без проблем будем прокачивать новенькие тачки, новые дроны, покупать новые бомбы. Так, ну не знаю, сколько Архивер протянет. Уровень, ребята, очень сложный, как вы знаете. Но зато на 69 уровне можно очень много заработать этих самоцветиков. Главное доехать, конечно, доехать до финиша. Но, увы, нам не получилось это сделать. Ну что, ребята, идем в гараж. И смотрим следующую большую машину. Дальше, ребята, все машинки меньше Архивера. Только я смотрю Хрущ. Вот Хрущ, он опять, видите, ребята, выше этого забора. Даже в районе второго кирпича. То есть, по идее, должен быть, ребята, этот Хрущ больше, чем Архивер. Ну, мы сейчас это посмотрим. Опять переходим на 69 уровень. Смотрим. 69 уровень мы взяли. Потихоньку сейчас на хрущики проезжаем. Я, мне кажется, он уже меньше. Так, подождите. Эту тачку, надо с этой тачкой разобраться, ребята. Нее, кстати, почти до крыши, по-моему, достает. Если мне не показалось. Так, надо нам попробовать как-то сюда докрутиться. Так, смотрим. Ё-моё. Как-то я быстро проехал. Ладно, надо взять, наверное, турбочку и помочь туда-назад вернуться. Такс. Нет, ребята, по-моему, ниже Архивера. Хотя в гараже вроде как тачка повыше Архивера. Да ё-моё. Вроде Архивер, мне кажется, был точно такой же. Так, ну, ой, все, у меня турбо закончилось. И мы ничего не смогли сделать. Давайте, наверное, еще раз начнем сначала. Так, немножко перезапустились. Смотрим. Ну, сколько ему? Не, по-моему, ниже, ребята. Все-таки ниже Архивера. Но, во всяком случае, почти до верха, до верхней самой точки этой снежной будки, иглу, мы достаем. Так, ну ладно, сейчас давайте, ребята, попробуем куда-нибудь заехать. Так, спокойненько. Архивер, ты самый лучший. Ой, Архивер Хрущ. Ты вроде мощная при этом тачка. Так, смотрите, сколько этих машин нас калечит. Но мы потихоньку. Где у нас? Где-то здесь уже, по-моему, да, вот здесь. Так, нормально. Там Архивер у нас уже упал на шипы. Но сейчас мы еще пока на Хруще крепим. ХПшки остается, ребята, половина. Нет, нет. Увы, мы тоже свалились на эти шипы. Ну ладно, идем в гараж. Ищем третью, ребята, третью большую машину. Так, ребята,
После Хруща у нас идет Сантанг, Черепаха, Буран. Это все, ребята, мелкие тачки. Ховер. Вот Елозавр, спорный вопрос. Елозавр, видите, там почти до забора этого где-то достает. Либо еще можно выбрать, смотрите, ребята, Хуберта. Но мне кажется, вот по размерам вроде как Хуберт должен быть такой большой машинкой. Поэтому давайте Хуберта сейчас и испытаем. Так, ну смотрите, такой Хуберт кажется высокий. Кажется, высокая тачка, ребята. Но нет, по-моему, ниже точно, чем Архивер. Вроде по размерам такой, как Хрущ, смотрите. Но мы магнит этот не учитываем, который на бошке стоит у Хуберта. Так, давай, ну, докатывайся сюда. Ну где-то, ребята, я бы сказал, как Хрущака. Там где-то два кирпичика не хватает ему, чтобы до самой крыши достать иглу. Так, ладно, давайте сейчас прокатим. Прокатим Хуберта. Ну, по-моему, у Хуберта с бронякой не очень хорошо обстоят дела. Так, бомбочки, немножко отстреливаемся. Уменьшительные бомбы, ребята, самый зачет. То, что надо, быстро тачки сразу пропадают, все становятся маленькими. И можно продолжать без проблем путь. Все-таки бомба Валентинка, если честно, послабее будет. Так, на тебе бомбочку. Знаем мы здесь опасный момент. Тут тоже опасный участок. Прошли. Ну что, доедем дальше, чем Хрущ или нет? Так, потихоньку, потиху уничтожаем все эти тачки. О, наверное, доехали. Мне кажется, мы здесь, ребята, на Хруще свалились. Так, ладно, я не буду нарываться. 9 бомбочек. Хорош, подлечились. Ну да, мы уже точно дальше заехали, чем это сделал Хрущ. Так, ух ты, еще и жизнь взял, повезло. Ой-ой-ой, я думал, все, прямо на шипы падаю. Нет, нормально. Маленький снеговозик нас догоняет. У меня есть 9 бомб. Это очень круто. Если кто-то сейчас на нас нападет, сразу всех будем, ребята, уничтожать. Так, ох, концовочка. Концовочка жесткая. Ну что, мы, ребята, есть, мы доехали потихоньку, потихоньку. А Хуберт нас довез. Так, ребята, я смотрю, наверное, после обновления разработчики порезали самоцветы, потому что мы уже зарабатываем всего лишь 3500. А зарабатывали мы, ребята, по-моему, где-то по 15 тысяч, по 20. Напишите в комментах, как у вас обстоят дела. Тоже уменьшили количество рубинов на 69 уровне или нет? Ну, а мы идем дальше. Следующий, ребята, у нас... Следующая большая тачка в гараже – это Сантанг. Дальше все тоже тачки, ребята, после Хуберта мелкие. Ледокол, Мегалодон – это все маленькие тачки. А вот Сантанчик, смотрите, ребята, он выше, выше этого забора, если смотреть туда в канализацию. Поэтому вроде как тачка должна быть большой. Так, ребята, смотрим, насколько большой у нас Сантанчик получается. Ух ты, ну, по-моему, выше Хруща. Мы так проехали хорошо, где-то около самой крыши. Ну да, смотрите, ребята, там буквально остается один кирпичик. Где-то один кирпичик, и уже будет крыша иглу. Так что эта тачка, я сказал бы, больше. Больше, ребята, чем Хрущ. И больше, чем, наверное, Хуберт. А вот по размерам приблизительно получается, как Архивер. Вот с Архивером, Сантанчик. Две такие большие у нас машины. Ну что, идем дальше. Пытаемся уехать максимально далеко от этих хищных тачек. Так, подлечились, отлично. Ух ты, сколько этих зимних машин, которые нас пытаются уничтожить. Ну не, нормально, нормально выбрались. Сейчас главное нам что, пройти все эти шипы? Нет, ё-моё, свалился. Плохо, обидно, конечно, но вроде Сантанчик, мы знаем, тачка не самая слабая. Ну что, ребята, это у нас была, получается, четвертая тачка. Идем сейчас в гараж и смотрим последнюю, самую большую тачку. И она, по-моему, ребята, самая большая из всех. Это, конечно же, самая последняя тачка у нас в гараже. Магмазавр. Вот такая, ребята, тачка. Смотрите, какая она высокая. Особенно вот эти самые верхние шипы. Ну,
Здесь в гараже она выше всех. Выше, чем все тачки, которые мы до этого смотрели. Давайте посмотрим, что будет на уровне. Настолько эта тачка будет большой. Смотрим, насколько у нас магмозавр большой. Так. Да, ребята, видно было, что он выше, выше иглу. Его эти шипы выше крыши. Выше всех этих кирпичей. Так, я хочу назад как-то... Ух ты, я не могу заехать назад. Слабенькая турбо или что? Так, ребята, смотрим. Ну-ка. Да, видно. Ну, как раз с размером с иглу. То есть тачка, ребята, самая большая. Реально у нас магмозавра. Плюс мы знаем, что эта тачка самая бронированная. Так что такая вот крутая тачка. Кто еще магмозавра, ребята, не открыл, спешите это сделать. Тачка просто огонь есть. Мы выехали как-то, не упали. Я вообще никого не боюсь. Тачка же у нас самая бронированная. На ней с помощью этой тачки мы точно сможем с вами добраться до финиша. Если не упадем сейчас куда-нибудь. Так, тут шипы. Ничего страшного. Еще одни шипы. Проехали. Так, нормально, ребята. Попробуем сейчас до финиша как-то добраться. Так, еще одни шипчики. Давай, давай. Магмозавры, я в тебя верю. Да, видите, ребята, мы снеговоза... Опа, снеговоза уничтожили одного, нам дали тысячонку. Ну, как-то раньше получалось нам больше заработать рубинов. Или я ошибаюсь, напишите, ребята, в комментах. Но мне кажется, что раньше, как не проедь, было очень много рубинов, а сейчас вот 1800 всего лишь, а мы уже подъехали к самому финишу. Так, ну что, я ныряю? Где эти все? Вот они все, ребята, смотрите, вся банда. Всех уничтожим. Всех уничтожили, но только 2000 рубинов. Это ни о чем. Так, еще тут какие-то снеговозики. Ну, 2000, ребята, рубинов. Да, что-то после обновления порезали. Ну что, ребята, вот такой у нас получился видосик. 5 самых больших тачек. Как по моему мнению, это Хрущ, Архивер, Хуберт, Сантанг и Магмозавр. На этом все, ребята. Подписывайся, ставь лайки. До скорого. Пока.